Внизу. Да. Убила. Бежал один к нам. Ну его загоняли наши с вышки, я добила. Ой! Одним выстрелом, прикинь, я тут я выглянула. Там бежать надо долго. Другого убили наш. Мы вдвоем только остались. Да ты чё? Может попробовать? Нет, не смогу. Давай. Давай я. А ты это... С пулеметом. Я еще на выше поднимусь на этаж, я буду смотреть эти проходы. Да он еще выше, да, да. Сейчас попробую бежать, да. Бегу. Поднимаю его. Че, поднимешься выше, нет? К нам сюда. Я держу точку. Чтоб не нашли. Спасибо. Он спасибо сказал, представляешь, по-русски. Плохо, плохо, но сказал по-русски. Серьезно? Но он русский еще, то плохой же никто не читается. Он не думает вообще, этот чувак. Вот зачем вы люки открывать при снайпера? Открыл люки, но... Вообще ничему не учится. Опять эти люки открыли у нас. Опять он. Опять он открыл окошко. Опять а, убил, убил кого-то там. Ты что, решил вниз пойти? Да, присмотреть улицу. Сюда. Я хочу пострелять во что-нибудь где-нибудь. Пойти выше подняться, может там пострелять. Снайпер тебя постреляет. Да? Не даст мне ничего сделать, да? Да. Ну я хоть чуть-чуть погляжу, может быть. Откуда? Ну, просто главное не, недалеко умираешь, что тебя поднимать может. Ага, вижу, он на соседней на тройке. Опа, убили с ГПшки. Да ты чё, сейчас подниму. Опять из-за этого чувака, который открыл люк и куда КПшка залетела. А, тебя поднимают уже, да? Ага, поднимают. На третьей вышке сидит враг. Да. Стас, сколько у него КПшек может быть, а? Иди его, тут люки закрывай. Интересно, где он, а? Ох, как он прям в меня старается. Не возьмешь. Опять его убили. Пойду его подниму, беднягу. Да, он открывает, да, пусть, блин, убивает его тут.
Мы его поднимаем, на денежку дают за это же. Нас вообще осадили. Ой, тут еще опять один. Поднимаю. Лишь бы не всем сразу слиться. Вот так и будем друг друга поднимать. Он опять меня убил. Я хотел только окошко закрыть. Можешь понять? Сейчас, да, сейчас. Все, вроде ГПшки закончились. Ну кто-то подъехал потом. Там ниже нас этот водчик. Как его убьют, значит все к нам. Ты уже так думаешь, да? Может, да. Он убьет их всех. Может быть. Птичка. Закрыла люк? Да. Что? Смысл есть захватывать там вражеские техники? Нет, нет, нет. Только а надо быть... Не понимаю, это... Только надо быть в центре. В городе вот именно, в зоне нужно. Прям неприступная крепость. Ща подразню, слышишь? Отойди от стен-то хоть. Че, ГПшки при центре побит. Сказал, что? Потрясни. Плохой убил. А наверху нашего убили. Пойду подниму. Смотри, сейчас закпешься еще раз. Да я тихонечко. Город берем. Войдер убивает там пока. Можно еще выше подняться, но с ГПшка доставать не будет. Ты думаешь? Я да. Так, я раненый, я не могу двигаться быстро. Ну все, да. А ты за кого серевик играешь? А, у этого оружия нету плохого, все исчезло оружие. Ну пусть это разведывается. Пусть бегает так с гранаткой. Сейчас он скину оружие, пистолетик. Плохой, иди сюда. Кто-то идет. Это наш. Войтика убили. Зара, вся трупа не усеяна. Кого убили? Войтика возле нас убили. Держим брон. Все, все, мы вдвоем остались. Да. Давай я вниз-то пойду, ниже. Буду двери охранять. А ты там уж наверху. С тобой вместе? Да. Нет. Ты один ход смотришь, я другой. Окей. А если граната, куда бежим? На противника. С криком ура! Вот я тоже гранат кидаем, бежу. Бро, вы тут смотри сразу. Кого тут? Ну сразу лестницу смотрите. Угу, смотри. ГПша, видишь как? Слушай, у нас высадиться не могут, я что-то так это вертолет, слушай, да, это. Он уже поднимается один. Смотри. Окей. Уже зашел. Пусть гранату в дверь. Кинула, а, не успела. Их
там двое. Я кинула гранату, ну что, неужели не прилетела в него, на? Ты на одного выкинул. Не знаю. Ну ладно, резко. Ну, по-моему, я лечу в город. Нет, там, а я куда, враг, я куда-то... Там еще враг. Я к синим прыгнул. Рядом со мной чувак был, его тоже убило. Блин, я под вторую вышку лечу. Гранату не кинул. А чё, это 43, это красных столько или это сектор? Неужели меня убьют? Ну не надо, ну чё вы издеваетесь, дайте присесть хоть на тему. Села? Всё, села. Сейчас на вышку забегу, на эту. Ой, ой-ой, не надо убивать, не надо, дайте бежать. Жить хочу, жить, очень хочу жить. Очень-очень! Тебе с 320 стрелять. Успела. Ага, хорошо. Так, орала, что мы сидели? Оттуда, что ли, обстреливают нас? Да. А ты где? Я чуток ниже. В городе. Я там на стройку сяду. Интересно, никто на стройке не сидит? Ну, по нам. Базы в город, там очень много трупов, можно неплохо залутаться. Если успеешь, они исчезают, трупы-то. Ну там сейчас свежие недавно появились, возможно. Короче, там ко второй вышке, видимо, они пытаются пробить. Вообще меня тут больно. Просто ужас какой-то, что творится. О, у меня 9 уровень, все, я большая шишка. Ты чужой этот? Да. А может на здесь техника пойдем, там хоть титаны можно пострелять. Сволочи. Знаешь, что сделали? Чё? В команде синих слишком мало игроков, и игровой был у вас для его пополнения. Ну я сидел пол игры за красных сейчас. Заработал 43 очка. И тебя выкидывает, что ли? Тебя автоматом просто кинул и все, то есть. Да-да-да. Ничего не предложил, и такой перейдет. То есть ты сейчас кинешь. Да. Да. Баланс команд придет за вас, как вам команда. Ох, нифига, я убила! Нет, меня не берет все. За красных. Ладно, я пошел тогда. Че, вообще уходишь? Да. Обиделся, да? Ну да, обидно. Не, ну а че, 43 очка сидел? Но. Столько, блин, игры, и тут бац. Это мне не нравится, тоже фигня. А ты пойдешь на сервер этот? На какой? Арматур. Можно, но я хочу все-таки попробовать доиграть. А, ну... Не, я говорю потом. Там народу-то много.
Ух ты! Ладно, пошел. Давай.